В американской прессе сейчас много публикаций про Украину, ВСУ и возможное прямое вторжение России. В частности, там рассматривают потенциальные возможности вооруженных сил Украины противостоять вооруженным силам РФ. Например, об этом идет речь в статье военного эксперта Брента Иствуда, опубликованной американским журналом 1945. В статье рассказано, каким именно оружием ВСУ будут воевать с российской армией. Иствуд назвал 5 с его точки зрения наиболее эффективных видов, имеющихся у украинских военных вооружений, которые позволят украинским войскам эффективно противостоять армии России. На первое место автор поставил танк Т-64 БВ, которых, сообщает Иствуд, ВСУ имеет 210 единиц на своем вооружении. Автор отмечает, что эта техника обладает самым современным оснащением. Но так как у России танков гораздо больше, он считает важным, что ВСУ обладают эффективным противотанковым вооружением. И в первую очередь, отмечает американский обозреватель, ВСУ будут помогать удерживать позиции противотанковые ракетные комплексы американского производства «Джевелин». Его главное преимущество заключается в том, что оператору не требуется тщательно прицеливаться, ведь ракета самостоятельно находит цель. Следующим особенно смертоносным вооружением ВСУ, автор считает украинские реактивные системы залпового огня «Аль-Хаем» калибра 300 мм. Затем Иствуд снова возвращается к противотанковому оружию, называя созданный в Украине противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П». Он его оценивает не так высоко, как американский «Джевелин», но отмечает, что этот комплекс стоит гораздо дешевле, а также то, что украинская промышленность при достаточном финансировании может наладить массовое производство таких ПТРК. И на пятое место американец ставит 155-миллиметровую самоходную гаубицу 2С-22 «Богдана». Эта арт-установка, как пишет американский обозреватель, обладает большой ударной мощью и способна эффективно сдерживать наступление российских войск. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.